конце мая в нашу редакцию обратились жители города. Они рассказали, что в районе вокзала нечем дышать, сильный запах аммиака или, как многим привычнее, нашатырного спирта. Мы выехали на место и проверили эту информацию. Поняла. Днем. Примерно во сколько? Где-то часа в три. Примерно где-то в этом районе. И заметила, что в этой стране как туман стоит. Час назад. В прошлом году. Сильный запах аммиака был. Паники не было. Нет. А сегодня что-то очень резко такой запах был. Природоохранная прокуратура не осталась в стороне и провела свою проверку. Правоохранителям удалось выяснить, в одном из цехов Березняковского содового завода разлился аммиачный рассол, который потом смыли пожарной машиной. Аммиак дошел до улицы Новосодовая и попал в почву. Результаты химического анализа проб почвы вместе сброса показали превышение азота нитратного в 3,2 раза по сравнению с фоновыми концентрациями. По результатам проверки Березняковский природоохранный прокурор внес руководству Березняковского содового завода представление, которое было рассмотрено, удовлетворено, нарушения законодательства устранены. Кроме того, дело направили в Роспотребнадзор, чтобы наказать виновных. В конце августа мы вернемся к этой теме и расскажем, кого привлекли к ответственности. А если и вы почувствовали едкий запах аммиака, немедленно сообщите в ЕДДС по телефону 112, ведь аммиак очень опасен. Сергей Коленник, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.